Спасибо за поздравление. Нет, я не боюсь ехать домой, потому что еду домой. Я уже говорил, и я не изменяю своего мнения о том, что я украинец, да, я Симферополь, что ну, Крым – это Украина. Для меня это так. Точка. Да. Там я родился, там родились мои дети. Ну, на данный момент нету такого. Возможно, в дальнейшем это понадобится, да, для моей карьеры. Но на данный момент я не собираюсь никуда переезжать. А как быть с паспортом? Вот с документами никаких проблем? Не собираешься менять паспорт? Это победе пресс-конференции. Смотрите, паспорт нет, не собираюсь. У меня нормально, у меня годный паспорт. Ну, допустим, загран со временем я поменяю на новый, да. А свой украинский паспорт я не собираюсь менять. Все знаю, цифры, буквы. То есть, когда я заполняю в гостинице карточку, мне не нужен мой паспорт, потому что я знаю там все. Мой украинский паспорт лежит у меня в сумке, так что никуда он не денется.